Ну что, хочу сделать эксперимент. Нашла я здесь камень и хочу проверить, бриллиант это или нет. Прочитала сейчас несколько советов на разных сайтах. И вот, значит, один из советов был такой. Опускаем воду в горячую воду, 70 градусов, а потом в ледяную, в горячую, в ледяную. И, по идее, если это стекляшка какая-нибудь, там фианит или что-то такое, циркон, то он лопнет. Если настоящий, то он не лопнет. Вода, видите, как быстро остывает. Ну что, я вытащу термометр и будем смотреть. Кипяток. Лед. Написано, что если подделка, то он лопнет. Кипяток. Лед. Я сейчас проверила его жиром. Написано, что смажьте с жиром. Если это фианит или циркон, то будут капельками так собираться, будет капельками масло собираться. Если это настоящий, то ничего не написано, что будет. Просто написано, что этого не произойдет. Вот я капнула масло, и оно растеклось, и просто яркий камень стал такой. Там вообще даже не видно, что это масло. Потом я его обтерла и прилепила к стеклу. Перевернула, и он держится. Это тоже показатель, что это бриллиант. Ну, а смотрите, видите, ничего не происходит. Посмотрим, сколько здесь градусов. Ну, видите, все равно больше 70, 85 где-то. Посмотрим, сколько здесь. Ну, около 20, да? Сейчас мы подольем кипяточку и еще раз попробуем. Заодно и воду в холодильник сделаем. Ну вот, я налила кипяток. На 105 градусов сейчас покажет. Опускаем сюда камень. Эту воду мы пока выльем. Нальем ледяную. Проверим, сколько градусов. Также, да, 20. Так, давайте попробуем. Камень целый. Теперь его сюда. Теперь сюда. Так, вот он здесь стоял. Я сбегала, взяла фонарик. Ничего не происходит с камнем. Так.
Может, побыстрее надо. На камере включила вспышку. Раньше не догадалась. Видите, пар идет. Наверное, не видно, да? Пар идет от горячей воды. А с камнем ничего не происходит. Ну, а здесь ледяная видно. Видите, запотел камень, хотел сказать. Стакан. Ну, значит, это бриллиант. Пар идет. Ну что вы думаете, что это? В общем, непонятно, но камень не лопнул. Может быть, даже это и не стекло. Единственное, меня смущает, что через него можно понять, какие буквы. Но я их сама писала, поэтому как бы я знала. И видите, вот это вот свечение такое цветное. Тоже это показатель. Не бриллианты. Бриллиант светло-голубым таким должен светиться. А здесь разные цвета, видите? Хотя он и не лопнул, но это не показатель. Это не показатель того, что это бриллиант. Ну вот, посмотрите, ну что это, бриллиант, нет, ничего не понятно. Ну вот, я не знаю. Вот посмотрите текст. Можно здесь что-то прочитать или нет? Говорят, что прям текст можно прочитать. Но я не вижу. Если вы знаете, что это такое, напишите. Еще вы знаете, вот после сейчас проведенных процедур, горячая и холодная вода, как бы масло смылось, и я решила попробовать приклеивать его к стеклу снова. И он клеится даже без масла.
Он просто прилип. Я сейчас к телефону приклеила. Он просто прилип. Я перевернула телефон, и он спокойно держится. Вот. Так что, если знаете... Да, если бы я жила в России, сходила бы в магазин в ювелирный, проверила бы. А так как я живу не в России, меня вот смущает. Ой-ой, увеличила. Видите, как прыгает сразу. А так как я живу не в России, вот эта краска меня очень смущает. Фиолетовая разная. Как бы не похожа на бриллиант. Ну вот, на этом буду заканчивать. Ладно, всем пока. Покажу вам еще напоследок. Вот место я его нашла в моем шкафу. Смотрите, как красиво блестит. Не знаю, даже видно вам или нет. Наверное, не видно, потому что у меня расплывчато все. В телефоне, а глазом вижу, о, очень красиво. Это у меня здесь шкафчик такой. С каменюгами. Все попадали. Никто не занимается ими уже. Маятник. У меня их несколько маятников. Свечи восковые. Там у меня янтарь, всякие фигурки. Это из натуральных камней ангелочки. Их было 7. Бывший муж 3 штуки стырил. Подарил, называется, мне. Все это натуральное, естественно. Все камни натуральные. Пирамида. Шар там такой. Огромный. Там у меня церковное все. Конечно, нельзя так складывать вместе, но что поделать. Места нет. Вместе, конечно, нельзя так делать. А тут так, бардачок. Это мне надо наладить ребенку. Вытащила специально, чтобы не потерять. Батарейку там поменять надо. Подсвечник такой. Здесь нет потонкие свечи, подсвечников, поэтому пришлось найти вот такую вот вазочку. Это типа вазочка у них. А у меня это подсвечник. Ну вот. Это подсвечники, я их часто использую. Эти штуки там я продаю. Это пефтер, это как же? Даже не знаю, как по-русски. Син, пефтер. Ну, вот как-то так. Ну все, теперь точно всем на этом пока.